В начале заседания Валерий Николаевич обратился к молодым коллегам, отметив, что сформирована ячейка молодежного общества, в которую вошли самые достойные и активные. Теперь, как выразился глава, каждому предстоит примерить на себя одежку депутата, ведь члены молодежного парламента будут решать важные вопросы, встречаться с жителями, проводить заседания и профильные комиссии. Надеюсь, что у нас будет конструктивное сотрудничество. Мы готовы, открыты обсуждать любые вопросы. Мы готовы вас приглашать на любые площадки. Но единственное, что я прошу, это быть организованными и конструктивными. Но в то же время инициативными. Далее перешли к повестке дня. Основным вопросом которой было избрание председателя молодежного парламента. Станислав Радченко на правах старшего товарища предложил кандидатуру Ольги Аносовой, имеющей большой опыт в данной работе. Была у нас депутатом 6-го созыва Ленинского муниципального района. Человек ответственный, целеустремленный, активный, молодой. Члены молодежного парламента единогласно проголосовали за кандидатуру Ольги Аносовой, после чего избранный председатель продолжил вести заседание, на котором был утвержден регламент молодежного парламента, состав и руководители профильных комиссий. Также был создан Совет молодежного парламента. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.